Уходите все. Под такими лозунгами шестую пятницу подряд сотни тысяч человек вышли на улицы Алжира и десятков городов страны. Призыв во вторник начальника штаба армии признать президента Бутефлику недееспособным и передать власть спикеру Верхней палаты манифестанты считают недостаточным. Мы вышли на улицы здесь и в 44 провинциях Алжира, чтобы показать, мы сыты по горло этим режимом, и мы хотим сказать ему, мирными демократическими средствами 20 лет достаточно, убирайтесь. Жители Анабы, Биджаи, Тлемсена и многих других городов также выразили отторжение правящей элиты, которая, по их мнению, погрязла в коррупции и препятствует социально-экономическому развитию Алжира. «Народ – источник власти» было написано на их транспарантах. Как-то уже стало традицией, манифестация прошла как праздник. Уходя, алжирцы очистили улицы и площади от мусора.